А давайте посмотрим, какие у нас веселые зонтики. Давай. Желтый. Синий. И розовый. А давайте теперь их попробуем, какие они вкусные. Объедение. Привет, Кнайтин Битэч. Маша. Сегодня мы делаем замороженное. Мороженое. Привет, друзья! У нас конец лета, и это сезон одних из самых вкусных ягод, овощей и фруктов. И сегодня мы решили сделать замороженный лед из арбуза, дыни, винограда. И что у нас еще есть? Шоколадка. И вода. И спрайт. Газированная водичка спрайт. Ну что, начнем смешивать? Да! Итак, мы приготовили наши фрукты, овощи и ягоды. В первую очередь мы нарезали арбузик вот такими кубиками. Виноградик мы разрезали на две части, удалили косточку. И приготовили наш спрайт. Это будет первый вид мороженого? Да. И сейчас мы будем наполнять наши зонтики нашими ингредиентами. Да. Держите. Я буду с этой стороны. Хорошо. Да, наполняем арбузик. Вот оно уже красиво получается. Так, зелененькое с красненьким. Я надеюсь, это будет очень вкусный замороженный лед. Да? Теперь это. Так. Теперь заливаем спрайтом. Тима, ты сам сможешь? Да. Давай, пробуй. Отлично. Смотрите, как оно шипит. Класс, как да? Змея. Как змея шипит. Смотри, не перелей. Зашипело, да? Так. Вот так оно красиво шипит. Фонтанчик. И пенится, как фонтанчик, да? Как у нас. Первый вид мороженого у нас готов. Теперь приступаем к другому. Да. Для второго вида мороженого нам нужна дынька, шоколад и мед. Дыню мы сейчас измельчим в блендере. Да. Шоколад растопим в микроволновой печи. Да. И потом мед немножко добавим к размельченной дыньке. Пока у нас шоколад топится в микроволновой печи, мы будем блендерить дыню. Кладем дыньку в блендер. Так, забрасываем ее. Много. Много, да, давайте то, что поместится, а да? Я могу оставить на десерт. На десерт просто оставим, да? Ух ты, у нас аж сверху течет. Что это у нас такая дынька сочная? А ну еще чуть-чуть. Так, ну что, давайте посмотрим, что там получилось. А ну, Тимофей, я держу, а ты снимай. Ух тышка, какой у нас сок получился. Ну попробуй. Ну что, Маша? Вкусно. Дети не удержались. Вкуснятина? Да. Вкуснятина. Чтоб у нас вышло еще вкуснее, мы положим в дыньку 2 ложечки меда. Ложи, Тимофей. А пенка вообще вкуснее. Пенка вкусная? Угу. Так. Вот так вот Тимофей ложит мед. Он такой липкий? Конечно, мед липкий. Он как клей пчелиный. Смягченную дыньку мы заливаем в формочки. Видите, как получается прикольно? Ой. И вот у нас уже растопился шоколад. И сейчас Тима с Машей сверху еще покладут шоколад. Угу. Да? Да, держите. Так, потихонечку. Давай еще второй ложечкой мы поможем. Так вот, сверху кладем. Так, вот такая у нас получилась кракозябра в мороженое. Сейчас мы это все закрываем зонтиками нашими и ставим в холодильник. И у нас получится мороженое с дыней и с чем еще? С шоколадом. С дыней и шоколадом. А еще какое у нас мороженое получится?
фруктовые. Да, с арбузом, с виноградом и спрайтом. А дети вылизывают у нас уже весь шоколад. И ставим мы всю эту красоту куда? В морозилку. В морозилку. И ждем, когда она заморозится. Так, прошло немножко времени, и наше мороженое уже что сделало? Заморозилось. Конечно, оно заморозилось. И теперь мы будем его? Пробовать. Ну что, начинаем доставать? Да. Тимочка, для чего ты так держишь мороженое? Чтобы оно отлепилось. Чтобы лучше можно было его доставать. Да. Давай, сейчас уже хватит, наверное, держать, доставай его. Будешь пробовать? А, горячий. Давай, давай, пробуй. Ну, получается? Нет. Совсем не получается? Нет. О, какое у Тимы суперское мороженое! Смотрите. И что это такое? Дай Маше попробовать. Вкусненько? Да. Какой классный зонтик у нас! А это у нас дынька с медом и с чем, Маш? И с шоколадкой. Вот. Попробовать шоколадку. Ну, надо, наверное, сначала его вытащить все-таки. Да, да. Ну, Маша так легко, Маша так. Так. О, какая вкусняшка у Маши получилась! Вкусненько? Да. Маша даже не хочет ложить его, да? Будешь сразу кушать? Ну что, дальше будем доставать наши мороженки. Вот такая вот у нас красота. Арбузно-виноградное спрайтовое мороженое у нас получилось. Я сама достала. Ты сама достала? Ну давайте еще. А давайте посмотрим, какие у нас веселые зонтики. Давай. Желтый. Синий. И розовый. А давайте теперь их попробуем, какие они вкусные. Объедение. И подписывайтесь на канал Тим Вита. И Маша. И кушайте мороженое. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.